Добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать. Меня зовут Кодзи Хаттори. Я президент компании Масахира, которая была основана в Японии более 100 лет тому назад. Компания Масахира выпускает 300 видов различных ножей. Наши продажи достигают 1 миллиона ножей в год. По приглашению компании Kasumi Group я приехал в Россию для того, чтобы провести мастер-классы по заточке японских ножей. Ножи компании Масахира стали продаваться в России более 10 лет назад. Благодаря компании Kasumi Group в России появились магазины, в которых представлены ножи нашей компании. Я надеюсь, что это видео станет хорошим учебным пособием для вас, и вы получите удовольствие от его просмотра. Для начала, каким образом нужно держать нож? Я левша, поэтому держу нож левой рукой. Но так как большинство из вас правши, вы можете держать его в правой. Обух ножа нужно приподнимать на расстоянии примерно 3 монет от поверхности точильного камня. И если, несмотря на то, что вы приподняли нож, у вас не получается заточить лезвие, это означает, что ваш нож завалился назад. И надо его приподнять. Это именно тот угол, под которым нужно затачивать кухонные ножи. Какими же движениями нужно затачивать кухонный нож? Посмотрите, пожалуйста, и это не ошибка. Прежде всего, вы должны выбрать положение, максимально удобное для вас. На любой кухне можно отлично затачивать ножи. Для этого используются такие приспособления. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на профессиональной кухне. Но это можно сделать и дома. Дорогие друзья, мы начинаем заточку ножа на точильном камне номер 120. Каждый раз мы предварительно должны замочить камень на 20-30 минут в воде и затем периодически поливать их водой в процессе заточки. Итак, точильный камень номер 120. Это камень с крупным зерном, и он отлично снимает твердую поверхность ножа. Используйте такой камень, если у вас очень затупившийся нож. На этом камне также можно исправить и сильно поврежденный нож. Каждый раз, когда вы затачиваете нож, нужно прислушиваться к звукам. Как только звук меняется, нужно тут же поливать камень водой. Этот камень с очень крупным зерном, поэтому нож затачивается достаточно быстро. Если у вас очень сильно затупившийся нож, пожалуйста, используйте камень номер 120. Каждый раз, когда нож заточен, на его поверхности находятся мелкие частички металла, и край режущей кромки как бы загибается наверх. Посмотрите, пожалуйста, как это можно проконтролировать. Если у вас нет чувства, что краешек режущей кромки немного изогнулся наверх, то продолжайте точить дальше. Если же вы чувствуете этот легкий заусенец, значит, лезвие с одной стороны заточено. Посмотрите, пожалуйста. Режущая кромка была загнута в мою сторону.
И теперь мы затачиваем противоположную сторону ножа. Длинными плавными движениями мы выполняем заточку противоположной стороны ножа. Уже через 2-3 движения лезвие немного наклонилось в противоположную сторону. Посмотрите, пожалуйста, с противоположной стороны лезвия частички металла, и лезвие несколько выровнялось. Каждый раз при заточке нужно прислушиваться к своим ощущениям. Если вы точите лезвие с одной стороны плавными движениями, то такими же плавными движениями нужно затачивать его и с противоположной стороны. Дорогие друзья, сейчас заточка на камне номер 120 подошла к концу. Сейчас вашему вниманию будет представлен точильный камень под номером 1000. Каждый раз, перед тем, как начать заточку на следующем точильном камне, тщательно промывайте нож, чтобы на нем не осталось частичек предыдущего точильного камня. Если будут оставаться частички предыдущего точильного камня, то нож будет невозможно хорошо заточить. Начинаем точить. Способ заточки абсолютно такой же, как и на предыдущем камне номер 120. Всегда стремитесь затачивать нож широкими движениями, а не короткими. Сила должна распределяться равномерно. Частички этого камня более мелкие. Посмотрите, пожалуйста. Снова есть ощущение того, что краешек лезвия немножко приподнялся вверх. После этого мы начинаем точить нож с противоположной стороны. Лезвие приподнимается в другую сторону, и мы выравниваем его плавными шлифовальными движениями. Дорогие друзья, мы завершили заточку на шлифовальном камне номер 1000, и теперь будем использовать другой камень. После шлифовального камня номер 1000 мы будем использовать шлифовальный камень номер 1500. Итак, камень номер 1500. Используйте те же самые шлифовальные движения с приложением той же силы, как и на предыдущих шлифовальных камнях. Заточка становится все более тонкой. Когда вы используете камень номер 1500, то это скорее уже не заточка лезвия, а шлифовка, с помощью которой можно добиться зеркального блеска. И, конечно же, как и частички шлифовального камня, так и частички лезвия, остающиеся на камне, становятся очень маленькими. Вы их даже не почувствуете. И если на предыдущих камнях мы занимались заточкой лезвия,
то в данном случае вы можете сказать, что мы полируем его, придаем ему блеск. В данном случае режущая кромка уже не наклоняется к нам или от нас. Вы должны каждый раз прислушиваться к своим собственным ощущениям, до какой же степени полировать поверхность ножа. Мы завершили шлифовку на камне номер 1500. Сейчас вашему вниманию представлен камень номер 3000. Каждый раз после шлифовки вы должны промывать нож очень внимательно. Сейчас есть ощущение, что нож плавно скользит по шлифовальному камню. И, конечно же, камень номер 3000 уже почти совсем не оставляет заметных следов на поверхности ножа. И несмотря на то, что режущая кромка уже не наклоняется ни к нам, ни от нас, мы должны придерживаться правила, что лезвие должно быть одинаково заточено как с одной, так и с другой стороны. И количество шлифовальных движений должно быть равным. Этот камень двухсторонний. Мы переворачиваем его и производим заточку уже на камне номер 8000. На шлифовальном камне номер 8000 мы завершаем шлифовку. Сейчас нож очень легко, очень плавно скользит по камню. С двух сторон мы одинаково проводим по поверхности камня лезвием ножа. На этом заточка ножа подошла к концу. Мы только что заточили нож, давайте посмотрим, как он режет. Вы видите, что томат легко разрезался под весом самого ножа, и для этого не пришлось прилагать никаких усилий. Давайте еще раз попробуем разрезать томат. Дорогие друзья, сейчас мы расскажем, как затачивать традиционный японский кухонный нож. Форма традиционного японского ножа присуща только Японии, поэтому затачивать его следует особым образом. Это связано с тем, что лезвие японского ножа имеет две части – верхнюю и нижнюю. Здесь я подготовил
Посмотрите, пожалуйста, на рисунок, который мы приготовили, для того, чтобы понять, как же выглядит лезвие традиционного японского ножа в профиль. Это режущая кромка ножа. Прежде всего, заточку традиционного японского ножа нужно начинать с нижней части лезвия. Посмотрите, пожалуйста, это нижняя часть лезвия. Верхняя часть и нижняя часть. Нижняя часть лезвия несколько скошена. В первую очередь, заточку японского ножа нужно начинать с этой скошенной поверхности. Нужно ее немного сточить. И только после этого вы должны заточить режущую кромку. Если вы начнете заточку традиционного японского ножа с режущей кромки, то нож испортится, поэтому нужно начинать его заточку с нижней скошенной поверхности. Это отличительная особенность японских ножей. Эта особенность присуща как японским ножам для разделки крупной рыбы, так и ножам для сасими. Это самое яркое отличие японских ножей от европейских. Лезвие традиционных японских ножей, к тому же, имеет изгиб. Мы начинаем заточку с камня номер 120. Всегда нужно начинать с нижней скошенной части лезвия. Нужно сказать, что на камнях с более мелким зерном будет очень трудно сточить эту поверхность. Поэтому лучше всего это делать на камне номер 120. Давайте начнем. Прежде всего, нужно положить нож на камень. Таким образом. И затем прижать его пальцем. Посмотрите, пожалуйста, нож наклоняется под определенным углом. Под этим углом, а это естественный угол изгиба нижней скошенной части, лезвие не затачивается. Режущая кромка не затрагивается. Поливаем водой точильный камень. Когда вы затачиваете нож, нужно стремиться делать это от рукояти к острию, а не наоборот. Как только меняется звук, поливайте камень водой. Я думаю, что достаточно. Сейчас мы поменяли шлифовальный камень. Это шлифовальный камень номер 1000. Посмотрите, мы также прижимаем лезвие пальцами.
И начинаем точить от рукояти ножа к его острию. По-моему, уже достаточно. Мы меняем камень. Соблюдаем тот же наклон ножа. Достаточно. Мы продолжим заточку на другом точильном камне. Это снова точильный камень номер 1000. Мы уже достаточно заточили нижнюю, скошенную часть лезвия. Это угол наклона верхней части лезвия, а это угол наклона нижней скошенной части лезвия. Именно под таким углом мы производили заточку на предыдущих камнях. Посмотрите, пожалуйста, для того, чтобы заточить саму режущую кромку, нам нужно еще немного приподнять нож. И приподняв нож, мы начинаем затачивать саму режущую кромку ножа. Посмотрите, пожалуйста, что у нас получилось. Теперь металл снимается с самой режущей кромки ножа, и это видно по его частичкам, остающимся на ней. После этого мы продолжаем нашу заточку с противоположной стороны ножа. Но делать это нужно таким образом, чтобы задняя изогнутая поверхность лезвия ни в коем случае не стачивалась. Для этого мы просто кладем нож противоположной изогнутой стороной на камень и производим заточку только несколькими легкими движениями. И все. Больше противоположную изогнутую часть ножа точить не следует.
こちらがへこんでいることを利用して刃先と背中と研いでもここは浮いた状態で研げません。Ни в коем случае нельзя сильно стачивать противоположную вогнутую сторону ножа. 裏を研いだ時に当たるのは刃先と背中だけです。Нужно лишь немного подточить режущую кромку ножа. Именно так, как мы это сделали. これぐらいでいいと思います。砥石を変えます。Мы поменяли камень. 1500番です。Это камень номер 1500. もう一度、一つ目の камень. Положили нож в исходное положение. Затем наклонили. Затем приподняли и начали затачивать режущую кромку. Посмотрите, что у нас получилось. Частички металла и камня остались на лезвии. Мы переворачиваем нож и поступаем с противоположной вогнутой стороной ножа, так же, как на предыдущем камне. То есть просто кладем нож, слегка прижимаем его. И делаем несколько легких и плавных движений. И на этом завершаем работу с камнем номер 1500. Каждый раз после заточки нож нужно тщательно промывать. Теперь камень номер 3000. Кладем нож в исходное положение, прижимаем к скошенной поверхности и еще наклоняем, чтобы отшлифовать режущую кромку. В исходное положение, прижали к скошенной поверхности, приподняли. С противоположной поверхностью ножа поступаем так же, как и на предыдущих камнях. Кладем на нее нож, слегка прижимаем. И делаем несколько легких, плавных движений. Затем приступаем к финальной стадии заточки ножа. Для этого используем камень номер 8000.
Теперь кладем нож на противоположную сторону и завершаем заточку несколькими плавными легкими движениями. Как вы видите, на ноже остаются мельчайшие частички камня и частички металла. Дорогие друзья, на этом мы завершили заточку японского традиционного ножа. Теперь проверим его остроту. Дорогие друзья, надеюсь, что вам все понравилось, и вы уже стали мастерами по заточке ножей. Я часто провожу мастер-классы в России, и каждый раз мне задают множество вопросов, и сейчас я хотел бы ответить на некоторые из них. Самое большое количество вопросов о том, как выбирать и использовать точильные камни. Существует великое множество точильных камней, как с крупным, так и с мелким зерном. Прежде всего, я выбираю шлифовальный камень с крупным зерном. При использовании любого шлифовального камня есть возможность повредить нож. И всегда жаль выбрасывать его. Поэтому его можно просто исправить на шлифовальном камне номер 120. Для того, чтобы исправить испорченный нож, нужен камень именно с крупным зерном. Я рекомендую для этого камень номер 120. Существует три вида шлифовальных камней. Например, камни Накато. Шлифовальные камни Накато имеют номера от 600 до 1000. Камни Наката подходят для любого вида заточки. Они очень широкие и длинные. Камни Сиаге имеют номера от 1500 до 8000. Для полировки обычного кухонного ножа больше всего подходит камень номер 3000. Для полировки традиционного японского ножа больше всего подходят камни 8000 и 10000. Но даже если вы не запомнили сразу все номера, ничего страшного. Когда вы начнете использовать камни, вы сами поймете, подходят они вам или нет. Если вы будете часто использовать шлифовальный камень, он у вас станет неровным. Поверхность камня изменится, будет изгиб поверхности. Чтобы исправить это, существует специальный камень, который способен выравнивать поверхность. Посмотрите, каким образом. Мы кладем этот камень на шлифовальный камень и просто стачиваем неровности. Как бы вы ни были умелы, если поверхность камня неровная, то нож будет очень сложно заточить. Конечно, не стоит добиваться идеально ровной поверхности, но если поверхность сильно изменилась, ее нужно выровнять. Пожалуйста, следите не только за ножами, но и за шлифовальными камнями. Перед заточкой
Шлифовальные камни нужно обязательно замочить в воде. Для того, чтобы камни пропитались водой, необходимо от 5 до 15 минут. Но лучше всегда замачивать камни не меньше 15 минут. Когда вы положите камни в воду, вы увидите, как маленькие пузырьки воздуха выходят из них. И вы должны дождаться, когда все пузырьки воздуха выйдут из камня. Это занимает примерно 10 минут. И после этого шлифовальный камень можно использовать. Если вы используете шлифовальные камни каждый день, то вы можете замочить их и хранить в воде. Структура шлифовальных камней чем-то напоминает обычные кирпичи. Частички камня очень плотно прилегают друг к другу, поэтому камни довольно тяжелые. И если хранить их в воде, то лучше не ставить их один на другой надолго. Второй вопрос – это как же узнать, заточился нож или нет? Если нож затачивается, то на его лезвии вы увидите частички камня и металла. Также краешек режущей кромки будет немного загнут в вашу сторону, и вы это почувствуете, если проведете по нему пальцем. Как только вы это чувствуете, значит, с этой стороны лезвие уже заточено. Иногда бывает так, что вроде точили нож, но он все равно не режет. И непонятно, в чем же дело. В этом случае нанесите на лезвие ножа маркером линию. И нанеся линию, продолжайте затачивать. И вы сразу же увидите, где стерся маркер, а где нет. Где происходит заточка, а где не происходит. Часто бывает, что нож просто заваливается назад, и режущая кромка просто не затачивается. Всегда старайтесь приподнимать нож, чтобы он не заваливался. Дорогие друзья, заточкой и изготовлением ножей я занялся после того, как закончил университет. Но свой первый нож я заточил в 18 лет. Конечно же, когда я учился в университете, то главным для меня была учеба. Но летом я всегда старался познать искусство изготовления и заточки ножей. С того времени уже прошло 25 лет. Но мне до сих пор есть чему поучиться, и я собираюсь продолжить свое обучение. Друзья, ну как, вы запомнили, как точить ножи? Если вы это не запомнили, то можете посмотреть это видео несколько раз. Научиться затачивать ножи совсем не сложно. И потом, с помощью этих ножей, вы сможете готовить здоровую и вкусную пищу и радовать близких вам людей, вызывая улыбки на их лицах. Компания Масахира всегда будет стараться делать для вас ножи превосходного качества. Я надеюсь, что это учебное пособие будет полезным для вас. И, конечно, мы увидимся с вами еще раз. До встречи!